Добрый день, наши любимые зрители. Сегодня у нас поездка на Маврикуль на нашей Шниве. Так что смотрим все до конца. Заправочка дешевая. Наверное, самопальный бензин. Ну вот наш любимый поворот. И нас, наша республика Маврикуль, встречает прекрасным солнцем. Напоминаю, что это для тех, кто не знает, здесь аномальная зона. Аномальная солнечная зона. Еще нам 2 километра, и мы на месте. Лес, медведи, зайцы. Зайцы, медведи. 2 дня в пути, и мы на месте. Класс! Лес, медведи и грибы. Грибы сейчас не растут, правда. Надо с собой приводить. Красотень! Вот он, наш солнечный Маврикуль. Бескрайние степи снежного льда и солнце, и гор. Красотень и тишина. И я ухожу в творческий запой. О, храм Ильича стоит. Куда он нафиг денется? Ильич вернулся на родину. Республика Маврикуль. Красота! Благодать! И вот наша центральная улица, по которой только ездить на тракторе. Музыку добавь! Рок-н-ролл! Ну, в общем-то, вот я и прибыл в нашу республику Маврикуль. Напоминаю, для тех, кто не знает, это абсолютная безбашенная республика, и она начинается примерно в это время и до сентября. Желающих поучаствовать в наших безбашенных мероприятиях. Солнце светит, кайф, тут жара уже. Мне уже жарко, я уже хочу одеть шорты. Вот. Кто хочет поучаствовать в наших безбашенных мероприятиях, пишите мне в Телеграме. А теперь мы немного перемещаемся на базу Ильича. Надо будет заехать, посмотреть вообще, что там с ней случилось за зиму. И что и как. И это моя Шнива. Шнива — самый неубиваемый автомобиль вообще во всех мирах и народах, даже в потустороннем мире. И самое интересное, почему все-таки это республика Маврикуль? Потому что мы, когда сюда заезжаем, меняем очки. Йо-хо! И бухаем! Поэтому крышечка куда-то делась, поэтому здесь все можно. Ха-ха!
наша банда. Ну вот, собственно, короче, как мы это все видим в очках. У нас все в розовых тонах и фиолетовых. И благодать. Солнце светит, ни одного облачка. Одни скворцы только чирикают, озорцы. Где их не видать что-то? Пойду найду ихнее гнездо и спизжу у них пару яиц для завтрака.